Ladies and gentlemen, дамы и господа, Pepper Goose. I bid you welcome. Я приветствую вас. I bid you welcome. Я приветствую вас. To this moment. В эту секунду. To this now, present. В этом настоящем мгновении. A moment in time. Мгновение в течение веков. A moment among many. Единственным среди множества моментов. And an important one. В таком ценном мгновении. Таком важном для всех. Я приветствую вас в прекрасно проживаемой жизни. В любой великой жизни существуют ни на что не похожие великие моменты, единственные в своем роде. And reflect. Подумайте сейчас, вспомните о тех великих моментах, которые вы уже пережили в своих жизнях. In every great life, в любой великой жизни there are unique, important, присутствуют precious moments, ценнейшие, ни на что не похожие this moment великие in time, моменты, this life, моменты во времени. Reflect upon this. Подумайте об этом. Задумайтесь об этом сейчас. Воспользуйтесь моментом для того, чтобы обдумать свои последние жизни, наиболее живописные их моменты. For the life that you are living now. И в той жизни, которой живете вы сейчас. Вспомните о самых важных, самых живительных, самых глубоких моментах. Подумайте об озарениях. That you may have already lived. Которые снисходили на вас. Take a moment to reflect. Воспользуйтесь этой секундой, чтобы задуматься о будущем. And look for those moments where you would prefer. Подумайте, в чем бы вам хотелось, чтобы кто-нибудь вас направлял, чтобы на вас снизошло озарение какому-то вопросу, чтобы кто-то извне поддерживал вас. Мать наша Гайя может жить только этим и только сейчас. I have come to feel you. I have come to support you. Я хочу почувствовать вас. Я пришла, чтобы поддержать вас. Я хочу дать вам живительную силу. Я хочу дать вам новую веру. Я пришла для того, чтобы поделиться с вами сладостью этой жизни. For the moments that are lived now, из тех мгновений, которые переживаете вы на земле, многие кажутся вам очень приятными и сладкими. Вы уже переживаете эти сладчайшие моменты. Сладость уже присутствует в вашей жизни. Плод уже сорван. Он уже здесь. Он принадлежит вам. There is life yet to be lived. There is нужно проживать жизнь со всей созидательностью, и она озарена светом. And come now as well moments that we will call those that will displace and distract. Которых можно позволить себе переместиться и рассеяться. И это также очень важно, и вы это знаете. Вы, возможно, подумаете, что перемещение и те, кто перемещается в этом мире, не правы, и вы будете сожалеть об этом, и сердце ваше будет болеть за них. Но какая-то часть вас будет знать, что это прекрасно, и что это происходит не здесь. Но это не так. Те, кто перемещаются куда-то, перемещают с собой часть и маленькую частицу вас. Часть вашего благополучия в этот момент тоже перемещается. Много существует в мире
развлечений, которые отвлекают ваше внимание. И вы поймете, насколько это просто оставаться всегда в центре. Попробуйте смотреть на это с этой стороны. Запомните это. Вспомните о важнейших моментах вашей жизни, чтобы сцентрировать вашу жизнь. Так много способов отвлечь свое внимание, переместиться или отвлечься. Давным-давно существовали люди, которые любыми возможными путями старались приготовить себя к инициации, к посвящению, к очищению. Они старались изучить этот вопрос, они не могли об этом не думать. Они учились и медитировали, они старались постичь. Но только однажды, одним тихим мгновением, когда перехватывает дыхание, они перемещались и вновь начинали свой путь. И для них не было исключительных моментов. Об этом поговорим мы с вами сейчас. Поговорим о торжествах и праздниках. Земля поддерживает вас. Земля благословляет все ваши мечты, все ваши созидательные начинания для того, чтобы торжественно отпраздновать их, чтобы облечь их в слова. Но я хочу предостеречь вас, потому что существуют мгновения перерождения и перемещения. Относитесь к ним со всей осторожностью. Относитесь к ним с мудростью, которую познали вы и к которой вы призывали. Ищите внутри себя. Вспомните, чему вы научились. Весь этот мир вы зовете с собой. И знание, которое является телом мудрости, принадлежит вам. Земля принадлежит вам, и она всегда принадлежала вам. А теперь наступают моменты, когда вам придется это забыть. И вы перенесетесь в другие пространства, во времени. Это грядет всем нам. Правильнее всего относиться к этому с юмором. Но правильнее относиться к этому с улыбкой, со смехом. А главное, нужно смеяться от души, от сердца. Только в улыбке, которая исходит от сердца, настоящая мудрость. Позаботьтесь о тех, кто живет рядом с вами и кто может смеяться за ваш счет. Не смейтесь за счет других. Let humor be your guide, потому что юмор — самое главное в жизни, но это должен быть чистый, истинный юмор, который приходит извне, который видит жизнь во всех ее проявлениях. И будут паузы в вашей жизни, и в эти паузы ускорится процесс развлечения, привлечения вашему вниманию. Эти моменты назовете вы паузами. И правильнее всего пройтись через эти жизненные участки легко, смеясь, и замедлять свое развитие. Многие задержат дыхание, но невозможно задержать дыхание, делая это неаккуратно, ведь нужно следить за тем, что происходит с вашим организмом, и вы будете знать и чувствовать, что я слежу за вами. Я слежу за вашим пульсом. Я послушаю ваше сердце и попробую успокоить его. Я расширю способности вашего восприятия и вашего мозга. Вы сможете увидеть больше. И в короткие промежутки времени я подарю вам новое видение нового мира, следующего мира. Тем, кто ищет, и тем, кто выбирает, я помогу. Помогу сделать правильный выбор, сделать правильный шаг. Мир принадлежит вам. Земля принадлежит вам. И сделайте ее своей.
Не удивляйтесь этому последние несколько дней или последнее время. Не волнуйтесь об этом. Просто призовите это к себе, выберите это. Если вы многому научились, то научите чему-то других. Слышите голоса, ищите истину. Делитесь с другими тем, что вы познали, тем, что поселилось в вас. И делайте следующий шаг вперед. Не ждите, пока другие поведут вас за собой. Миру так нужны руководители. Ему нужны настоящие лидеры. They lag behind. До конца времен они будут вести за собой. Но они еще недостаточно оформились и появились. Здесь те, кто не видит, и те, кто закрывает свои глаза, хотя мог бы и видеть. Откройте свои глаза. Откройте свои физические глаза, и вы увидите с вашим внутренним зрением так много. Откройте ваши внутренние духовные глаза, и вы увидите гораздо больше, чем можете увидеть глазами физическими. Меняется сам характер мира, характер нашего настоящего. Качество и характер каждого элемента на Земле меняется. Меняется каждое царство на нашей планете. Это включает в себя все ваши части тела, каждый атом, каждую молекулу вашего тела, каждый минерал, существующий на Земле, и который присутствует в вашем физическом теле, переориентирует и перенастраивает себя. Он приспосабливается к новым временам и призывает вас смотреть дальше, шире. Прислушайтесь к нему, смотрите глубже. И ускорьте свои мысли, не отбрасывайте те, что приходят к вам вновь. Вы, может быть, удивитесь, когда узнаете, что это зовется вдохновением. Вдохновляйте же. И вдохновляйте истину, которая находится вокруг вас. И отбрасывайте все остальные мысли. Осветите тот путь, которым идете. И они пойдут за вами, вы увидите. Но они не сделают этого сами по себе. Только вы и эти великие мгновения поведут их за собой. Мгновения, которые вы переживаете. Для вас слишком рано оглядываться, слишком рано задумываться о том, хорошо ли или правильно ли прожила жизнь. Слишком рано сейчас. Но никогда не поздно отражать свет. Никогда не поздно отражать лучи вдохновения. Мир быстро, очень быстро изменит свое внешнее выражение. И нужно не так много усилий и не так много борьбы, чтобы вы присоединились к этому изменению. Борьба — это что-то, к чему вы привыкли. Но вы должны работать для того, чтобы это стало вашим, работать долго и трудиться, не покладая рук. И тогда мы придем к заключению, без всякого усилия, без борьбы, но с вдохновением в душе. Мы переживем новые мгновения и познаем новую истину. Для того, чтобы появился новый мир, не должна появляться новая земля. Миры приходят и уходят. Они изменяются, они открывают один другой и открывают сами себя. И появляется новая жизнь, великая жизнь. Из этого открытия появляется множество возможностей, множество способностей, новые части жизни, новые элементы, новые жизни появляются из этого процесса. Попробуйте подумать об этом, поглядеться в это, и вы увидите новый мир, который уже существует здесь. Не ждите. Вы не должны ожидать, пока произойдут изменения, которые докажут это вам. Докажите это сами себе сейчас. Воззовите к тем, кто ведет вас, и призовите их к отчету. Призовите их быть истинными с вами, быть вашими настоящими попутчиками, куда бы вы ни пошли.
Скажите, что вам нужна помощь, что вам нужны попутчики, что вы испытываете вдохновение, но боитесь идти дальше, призовите их к отчету. И тогда поймете вы, что я делаю то же самое с вами. Вас призываю к отчету. Вы должны отчитываться о том, что узнали, о том, что приобрели. И захотите этого, потому что ваше желание ведет вас. Мы долго говорим о том, что необходимо искреннее, чистое желание. Поймите же это. Важно, чтобы желание было чистым, добровольным. Поймите же это сейчас. Давайте, поймите, воззовите к этому. Великие жизни призывают к тому, чтобы появились великие мгновения, которые вы переживете. И эти мгновения уже почти здесь. Они принадлежат вам. Они именно поэтому снизойдут на нас для того, чтобы стать вашими. Вы пришли сюда не чтобы развлекаться, а для того, чтобы ваши великие будущие поступки отразились в вас, в вашем настоящем. Вы пришли сюда, чтобы увидеть свой свет. Именно этот свет видите вы здесь, перед вами. Это свет, который Гайи дарит вам и который является вашим светом. Это свет человечества. Это свет человечества видения, человеческого будущего, который вы отражаете и с которым вы будете жить в своем сердце. Никогда не будет мгновение, когда я откажусь поддержать вас, или когда я не буду с вами, не буду поддерживать вас. Земля знает только это. В эту эпоху заканчивается мир, но начнется новый мир. И да, вы хотите его увидеть, вы хотите это узнать. Очень скоро вы узнаете, что я не зря принесу вам эти послания. Время расскажет вам об этом само, и я поделюсь с вами этим знанием. Я подарю вам новое видение, новую истину. Это то, чего вы ждете. И меньше станет просто развлечений, но жизнь ваша станет гораздо богаче, и она будет становиться богаче мгновением от мгновения. Позвольте истине вести вас за собой. Позвольте истине и великим мгновениям стать вашими поводырями. Внутри вас уже существует что-то, что просится наружу, что бьется как сердце, но у него другой пульс, другой ритм дыхания. Этот разум более открыт. Это мысли, которые знают гораздо больше. Полярность, которая более сцентрирована на том, что вам предстоит. Вы узнаете это, потому что заметите, что что-то в вашей истории начало становиться вам более понятным. И вопиющие в пустынях, приживающие к пустоте разума, запомнят и вспомнят, что существует мудрость, которую увидите вы в будущем, так же, как и в прошлом. И вы начнете вспоминать что-то, что уже забыли, что забыли другие. И тогда сойдет на вас и не зайдет новое видение. Оно поведет вас в каком-то направлении, и необходимо будет следовать этому пути. Потому что часто вы вопрошаете меня, покажи мне путь, укажи, куда идти, скажи мне, куда мне нужно направить свои стопы. Я даю вам ответы, хотя иногда этого и не делаю. Вы спрашиваете, почему? Потому что, когда вас ведут за собой, вы доверяете тому, что руководит вами. И сейчас эти руководствующие линии также заканчиваются. Всему приходит свой конец, и всего есть свое заключение. И новое начало вдохновит вас. Что же касается тех, кто будет руководить новым миром и того, что они знают, они знают, как выглядит величие. Они знают, как выглядит мир.
They know how to embody trust. Они знают, что такое доверие и как вызывать его. They know the gift of friendship. Они знают, как дарить дружбу. They know the depth of well-being. Они знают, какова цена благосостояния. They know an open heart. Они знают, как жить с открытым сердцем. And a soul that как жить с открытой душой, которая может летать. You are that. И вы здесь. And this is that now time. И понимаете это в своей душе, потому что момент настал. The cautions that I offer to you are few. Я хочу предостеречь вас, но этих предостережений не так yes, много. Distractions and displacements. Да, перемещения и развлечения. But something great, существует, но существует и что-то более великое, великое озарение, well. Которое снизойдет на вас также. From the earth and from beneath it and from the skies as well. С земли и с небес снизойдет оно на вас. And from the skies as well. И главное, оно снизойдет на вас с небес. If you wish to see your history, вы хотите понять свою историю, вы поймете ее. The past you will see, вы хотите but понять in a small прошлое, flash, и вы увидите прошлое. Вспышками, которые озарят вам то, что произошло с вами когда-то. Ваши разумы поймут. Они так долго стараются понять, они так долго тренируются понять единую историю. Они такие прилежные. И для того, чтобы понять истину, вы должны отпустить то, что держало вас раньше, то, во что вы верили. Если вы хотите во что-то верить и верите в это сейчас, поверьте в себя, поверьте в землю, поверьте в мир, который творит себя сам. Поверьте тем, кто ведет вас, потому что они верят в вас со своей стороны. Поверьте в то, во что вы верите, то, что вы знаете. Поверьте в то, что вы здесь не просто так, что вы видите гораздо больше, гораздо дальше. И если вы будете сомневаться, то пусть они будут малыми. Позвольте сомнениям уйти от вас. Doubt, если хотите вы сомневаться в своем сердце, doubt, если будете вы сомневаться в чем-то, чего знаете или не знаете, земля подскажет вам, не сомневайтесь. Так много существует возможностей и ресурсов. Не сомневайтесь, long, что жизнь длинна, даже если она кажется вам такой короткой. Не сомневайтесь в том, что солнечный свет и солнечный мир, который говорит с вами на чистоту, всегда будет вашим. И следующая истина в следующее мгновение придет к вам. Она озарит вас. Of the starry night, как звезды в ночи, and the strength of the earth, и она даст силу земле, let that strength be yours as well. Но она укрепит также и ваши силы. I offer to you my love. Я дарю вам свою любовь. Undying. Это бесконечное, неумирающее чувство. It is yours. И не сомневайтесь в том, что она принадлежит вам. I offer you the gentleness, the nurturing. Я дарю вам живительную силу, благородство. I offer to you the wisdom of this world. Я дарю вам мудрость этого мира. And the next. И мудрость того мира, который грядет, и оба они принадлежат вам. I bid you good day. Я желаю вам приятного дня.